Вставай, Блэд. Ника, вставай. Ёб твою. Чё произошло? Слушай, Ник, у тебя давно не было видео на канале. Может быть, пойдем и вместе снимем новое видео на канал? Что ЦК произошло, пока я спала? Я тут как бы еще Новый год отмечала, а ты тут с этим, блин, приперлась. Может быть, ты пойдешь и сама снимешь новое видео на канал? Ника, блин, украинка хренова. Давай ты перестанешь говорить на украинском, перейдешь на русский язык, и мы вместе пойдем и снимем новое видео. Как тебе такая идея? Что? Ника, что это за свет? Что? Ты что ты имеешь против моего света? Я пошла врубать нормальный свет, а ты как хочешь. Все, вот это вот нормальный свет. Что ты сделал с моим светом? Верни мне мою свету, пожалуйста. Я буду снимать видео только в нормальной обстановке, а не в такой. Боже мой, Света, что с тобой сделал? Что же, я пошла за камерой. Ёб твою дивизию! Что ты сделала со светом? Я сделал вообще-то новогоднюю обстановочку. Чё ты орёшь на меня? Всё, я пошла настраивать свет. А, хрена свету! Вот, падла, а? Опять свой свет включила. Ща разбираться, а пойдём как петушары. Божечки, мама, скажи, за что мне это всё, мама? Ты, Чида, может быть, ты вернешь мне обратно мой свет? Короче, сейчас я зову наших друзей, которые участвуют или будут участвовать в нашем сегодняшнем, так сказать, шоу. И без никаких «но». Бля. Все, я пошла. Ну, ё-моё, Валера, ну как всегда. Ну что ж, ребята, этим видео я бы хотела бы сказать то, что я хочу снять свою старую рубрику под названием «Правда или действие». И что же, в этой рубрике будут участвовать Алиса, Рэй, Эрон, Полина, создательница канала, Настя и Дима. Все норм. И что же всем? Пока-пока. Видео, я так упоролась просто.